Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге Буслович «Люди, герои, боги». Джованни Баттиста Питтони, жертвоприношение Поликсены, холст масла Италия. Один из послегомеровских мифов рассказывает, что после победы над троянцами Ахилл решил взять в жены младшую дочь троянского царя Поликсену. Во время бракосочетания брат царевны Парис убил безоружного Ахилла. Стрела Париса, направляемая Аполлоном, попала в пятку Ахиллеса, единственное уязвимое место на теле героя, и он погиб. После падения Трои, когда греки возвращались на родину, им явилась тень Ахилла, по повелению которого Поликсену принесли ему жертву. В картине Питтони представлен момент, предшествующий жертвоприношению. Совершил его сын Ахилла Неоптолем, когда он подвел пленную Поликсену к гробнице своего отца, девушка гордо сказала: «Время настало пролить благородную кровь, так не надо медлить, как хочешь, рази, а види метаморфозы». Поликсена с достоинством принимает смерть, предпочитая ее рабству греков. Ну так вот, вкратце о работе Джованни Баттиста Питтони «Жертвоприношение Поликсены» по книге Буслович «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания.